Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим и протестируем новую парфюмерную воду от компании Oriflame Eclat Mon Parfum. И подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки Oriflame в сторис и прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! Компания Oriflame презентует нам новую парфюмерную воду Eclat Mon Parfum как изысканный аромат французского утонченного стиля. И если мы рассмотрим флакон, то мы увидим, что он выполнен в классическом стиле, очень нежный и украшен черным атласным бантом. Крышечка у флакона выполнена под золото. И роскошный букет этой парфюмерной воды собран вокруг изысканной ноты белого ириса. Но я рекомендую вам, каждой девушке, заказать обязательно пробник. И код его вы увидите сейчас на экране для того, чтобы протестировать индивидуально аромат. Потому что абсолютно каждый аромат, кто бы что ни говорил в обзорах, либо где-то вы увидели в презентации, все равно каждый аромат на каждой девушке раскрывается по-разному. Поэтому закажите пробник, протестируйте и после этого принимайте решение о покупке. Автор аромата Эмили Копперман. Она получила образование в парфюмерной школе в Версале. И Эмили в своих работах всегда продвигает новые идеи, и ее парфюмы соответствуют последним модным тенденциям. Если мы будем говорить о компании Oriflame, то Эмили разработала уже несколько парфюмерных и туалетных вод, таких как Tenderly Promise, Голубой Сапфир, это одна из моих самых любимых туалетных вод компании Oriflame. И совсем недавно Эмили порадовала нас парфюмерным спреем Love Potion So Tempting и водой Friends Vault для нее. И также Эмили сотрудничала со многими именитыми брендами, выпускала ароматы для Chopard, Карла Лагерфельда, Живанши, Труссарди, Диора, Картье и многих других знаменитых парфюмерных домов. И фантазия именитого французского парфюмера создала шикарный букет для нашей новинки. Итак, давайте же протестируем, какой букет подсказала фантазия именитому французскому парфюмеру. Я уже тестировала этот парфюм до этого, это не первый мой тест, и я не могу подобрать для него каких-то определенных эпитетов. Но однозначно он классический, он подойдет под деловой, под офисный стиль, и также он подойдет и для театра, и он подойдет для похода за покупками. Но девушка, которая будет носить этот парфюм, это девушка, у которой есть чувство собственного достоинства. И аромат этот цветочный и зеленый. Если вы любите аромат травы, аромат такой букетный с цветами, то однозначно протестируйте, он вам может понравиться. И какие же ноты входят в этот парфюм? Открывается аромат деликатностью верхних нот, свежей легкостью китайской груши, мягкостью фиалковых листьев и элегантностью розового перца. И я хочу обратить ваше внимание, что в первых нотах нет цитруса. Это бывает очень редко, потому что цитрусовые ноты, они самые яркие, самые продающие, и поэтому парфюмеры добавляют их всегда в первые ноты. Но здесь автор настолько уверен в шикарности букета, что он даже не стал разбавлять первые ноты цитрусом, а оставил нам грушу, фиалку и перец. И сердце, если мы чуть-чуть подождем 10-15 минут, то мы почувствуем благородный букет. Это эксклюзивный аккорд от парижского парфюмерного дома Делэр из королевского белого ириса в обрамлении яркого и уже знакомого нам гелиотропа. И какой же шлейф у нашей новинки? Что вы будете оставлять в помещении? Что будут люди чувствовать? И что вы будете чувствовать от своих вещей через день, через два, когда вы будете вдыхать от них аромат? Ведь на самом деле мы знаем, что именно шлейф аромата остается на наших вещах и остается после нас в помещении. И в шлейфе данной парфюмерной воды миндальная пудра, светлый мускус и белые пачули. Это действительно драгоценная композиция для неповторимого парфюмерного наслаждения. Для кого же аромат
парфюмерная вода Eclat Mon Parfum. Она для истинной женщины, которая знает, как привлечь к себе внимание и разбудить интерес противоположного пола. И это аромат не соблазнения, но он яркий и привлекающий к себе. Его ни с чем не спутаешь, и он олицетворяет женщину в полном смысле этого слова. Мне кажется, что это аромат для женщин всех возрастов, но очень нежных и легких на подъем. Тестируйте французскую элегантность в облике новой парфюмерной воды Eclat Mon Parfum. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!